Турция на этом фоне вновь оказалась под огнем критики из-за связи с террористами из группировки «Исламское государство». Министр обороны Израиля Моше Яалон сегодня заявил, боевики ИГИЛ, цитата, «очень долгое время наслаждаются турецкими деньгами от проданной нефти». О том же самом, только в других выражениях, говорил сегодня министр обороны Греции Панас Каменас. Он как раз встречался со своим израильским коллегой. По его словам, большая часть нефти террористов идет на внешние рынки именно через Турцию.